Всем привет! Это Светлана и канал Светик Светик. Нахожусь я на улице Соборной и Мечникова. Сейчас пройдусь, прогуляюсь вниз, гляну. Что тут есть? Пойдемте потихонечку. Скажите, у вас капуста есть, а алая паруса? Новостройки тут, смотрю, повыросли.
это соборный Текучёва проулок. Улица Текучёва и переулок Соборный. Вот так будет правильнее. Тут будем пересекать. Кто-то ударился, причем на ровном месте. Ну да. Сегодня хоть дождя нету, так переменная облачность.
почти весь июнь идут дожди. С одной стороны, хорошо, прохладненько. Ну и хорошо, что есть солнечные деньки. Так. Кто-то маленький мой. Я тут гуляю со своим маленьким Собакиным. С маленьким Собакиным, да? Собакин. И Собакин? Собакин. Пошли. Вот. И гуляем со своим Собакиным. Парковка даже. Это парковка. 35 рублей в час. Вот так вот. Номер платной парковки. Не приживутся они у нас никогда. Не тот у нас менталитет, чтобы вот так водить эти платные парковки. Так, если я не ошибаюсь, это у нас Варфоломеева. Да, собак. Давай, давай. Ну, давай, вот так. Собакин бабушку испугал, да? И бабушку испугался. Собакин. Это заброшенное здание. Будут, наверное, реконструировать. Хотя нет, кто-то там есть. Какие-то ремонтные работы идут, трубу вытащили. Вот это да, собак, сейчас мы с тобой будем переходить. Откачивают. Ну правильно, летом все это делается. Куда тут попросили? Меня пропустили.
А я уже хотела ругаться. Думала, меня не пропустят.